Глава Сургутского района во время рабочей поездки провел встречу с жителями Локосова. Уже во второй раз она состоялась в очном формате. У местных скопилось множество вопросов, которые долгое время администрация поселения не в силах решить. Ближе к концу разговора Андрей Трубецкой выступил с категоричным предложением, которое население бурно поддержало. Тогда предлагаю администрации Локосова самораспуститься, закрыть ее и передать все полномочия в администрацию района. Такая реакция местных последовала по итогам обсуждения эффективности чистки снега в поселении. Несмотря на то, что осадки уже растаяли, воспоминания о том, насколько плохо убирали улицы, у жителей еще свежи. Глава Локосова объяснил, что придомовая территория якобы бесхозная. Чтобы ее чистить, жителям необходимо включить площади в состав общедомового имущества и оплачивать уборку самостоятельно. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой видит альтернативное решение этого вопроса. Жителям бы предложил все-таки требовать. Вот можно решить вопрос так, как предложил Игорь Владимирович, да, включить придомовую территорию в состав общедомового имущества и чистить за свой счет. А можно потребовать от администрации тоже отмежевать, поставить на кадастровый учет себе, мы на эту дополнительную площадь дадим деньги и будет чистить администрация. Также одна из жительниц обратилась с просьбой помочь установить для своей дочери с ОВЗ пандус. По словам женщины, несколько лет назад его в доме сделали, но в деревянном исполнении. И ситуацию это не упростило. Местная администрация на обращение жительницы якобы не отреагировала. Андрей Трубецкой пообещал, что вопрос мэрия района возьмет на личный контроль и подъемник в подъезде появится.